Доброе время суток, уважаемые моделисты! Представляю ваше внимание обзор содержимого коробки новинки от фирмы Бронко, сидельный тягач ЗИЛ-131 в 35 масштабе. Давайте посмотрим, что находится здесь внутри. Итак, коробка перед вами с артикулом CB35-194, фирма Бронко. Это российский, советский и российский грузовой автомобиль повышенной проходимости московского автозавода имени Лихачева ЗИЛ-131. Модификация В, это у нас сидельный тягач. Большая, огромная коробка, масштаб модели 1.35. Так давайте посмотрим, что находится там внутри. Сейчас я потихонечку скрою литники, пакеты и вернусь. Итак, начнем с литников. Литники перед вами. Как уже сказал, фирма Бронко, очередная модификация машины ЗИЛ-131. До этого ЗИЛ-131 выпускал, ну, помимо фирмы Бронко, украинская фирма ICM. Она, конечно, будет подешевле, но качество, я подозреваю, что лучше, конечно, здесь. Количество деталей в наборе сказать, к сожалению, не могу, но очень немало. К сожалению, Бронко не предоставляет информацию по своим моделям, по количеству деталей. Ну, ничего страшного, я думаю. Давайте вам приближу, чтобы было лучше видно. По литникам все. В наборе идут резиновые покрышки. Плотная резина, хорошее качество. К сожалению, никаких надписей на резине нету. Ну, может быть, и не должно быть. Может быть, должно быть. Точно не знаю. Присутствует шов посередине. Ну, его убрать не составит труда. Покрышек у нас дано 8 штук. Также в наборе есть такая вот чудесная у нас подставочка. Здесь находятся прозрачные детали, лобовое стекло, зеркала и так далее. Есть у нас плата фототравления в наборе. Вот она. Запакованная целлофан. Также присутствует у нас декаль, куда же без нее. Вот она. На несколько вариантов, не только советскую. Так. Инструкция вообще классная. Сейчас я покажу инструкцию, которая есть в наборе. Она просто чудесная. Ладно, это пока я уберу. Есть еще такая вот коробочка. Здесь у нас очень хрупкая часть. И инструкция. Цветная глянцевая бумага. Она просто чудесная, цветная. Описание прототипа на двух языках, английском и китайском. Краски, которые необходимо использовать при сборке. Данные под фирму Hobby Color, Mr. Hobby, Humbrol и Tamiya.
все, что лежит в наборе, показано здесь у нас на странице. И сборка. Чудесная инструкция. Просто чудесная. Все, что непонятно, все, что слишком маленькие детали, показано у нас в цвете. Вот, можете посмотреть. Да, конечно, модель не дешевая абсолютно, но оно того стоит. И варианты, три варианта, которые можем выбрать для сборки. Данная модель — это у нас Россия 2000-е года, вторая — украинская армия 2000-е года, и третий вариант, даны еще два варианта, так называется, Чехословакия, Советский Союз в Германии и ГДР. Да, еще три варианта. Напомню, артикул модели CB35194, фирма Бронко. Приобрести данную модель вы можете уже сейчас на нашем сайте i-modelist.ru. А я с вами прощаюсь, говорю спасибо за внимание, увидимся, услышимся, пока-пока.